Добрый день, дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны! День гражданской обороны ежегодно отмечается в России в октябре. Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. Специализированные подразделения гражданской обороны Российской Федерации за прошедшие годы принимали участие в тысячах спасательных операций в России и других странах мира. Уважаемые работники и ветераны гражданской обороны, от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем гражданской обороны. Вы все пожарные, спасатели, сотрудники и работники гражданской обороны каждый день решаете сложнейшие задачи, выполняя одну из важнейших функций государства – обеспечение безопасности граждан и страны в целом. Вы подчас рискуете своим здоровьем и даже жизнью. Ваш профессионализм, самоотверженность, отвага и бесстрашие снискали заслуженный авторитет и высокую оценку всего населения нашей страны. Вам передает свои искренние поздравления показательный оркестр МЧС России. За дирижерским пультом начальник оркестровой службы, главный дирижер МЧС России, заслуженный артист Российской Федерации, полковник внутренней службы Владислав Рыбенко. В каждой точке страны и в далеком Приморье, в Черноморском Крыму и в родном Подмосковье, если ток призовет, ни на шаг не отступим, потому что душой нашу родину любим. Гражданской обороне доверили сердца, гражданской обороне мы будем до конца. Дорожим об угрозе, потушим и спасем. Спасатели пожарный, плечо к плечу идем. Гражданской обороне, плечо к плечу идем. Мы историю чтим, никогда не забудем, как на битву за Русь шли обычные люди. Как страна позвала наш народ на сражение, как навстречу врагу поднялось ополчение. Гражданской обороне доверили сердца, гражданской обороне мы будем до конца. Доложим об угрозе, потушим и спасем. Спасатели пожарные, плечо к плечу идем. Гражданской обороне плечо к плечу идем. Опыт наших отцов пронесем сквозь столетия, через мирные дни и года лихолетия. Будем мир охранять от беды, как ведется, чтоб за родину встать. Гражданской обороне мы будем до конца. Доложим об угрозе, потушим и спасем. Спасатели пожарные, плечо к плечу идем. Гражданской обороне, плечо к плечу идем. Гражданской обороне доверили сердца. Гражданской обороне мы будем до конца. Доложим об угрозе, потушим и спасем. Спасатели пожарные, плечо к плечу идем. Гражданской обороне плечо к плечу идем. Мне испокон веков дано наследство драгоценное, как ласка матери, оно всегда со мной нетленное. С ним думы все мои давно, и сны, и песни звонкие, а называется оно
родимою сторонкою. Для вас поет солист оркестра Андрей Потрохов, дирижирует руководитель оркестра, подполковник внутренней службы Антон Кожеватов. Когда бы мы с вами ни находились, нас всегда окружают люди разных национальностей. Ведь не случайно Конституция нашей страны начинается со слов «Мы – многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле». Наши дети – цветы жизни. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее смыслом. Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит и историю всего мира. На сцене солистка оркестра Аурика Мгои. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди, но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Нас миллионы вдалеке от берегов верят, что найдут любовь. С пути, ведь ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы,
поднимаем взгляд в небеса. Не ждали нас на жизненном пути, мы всегда сможем их преодолеть, когда мы вместе. Всего лишь нужно двигаться вперед с надеждой и верой, а все невзгоды мы переживем. Давненько мы не видели свой брат, я всей душой встречи этой рад. Ну проходи, присядем за столом, поговорим о нашем облом. Присядем, вспомним близких и родных, друзей ушедших и друзей живых. Досталось всем нам и не рассказать, но мы не будем горе горевать. Переживем, переживем печаль и горесть и разлуки. Переживем, переживем, и все как надо будет и у нас. Переживем, переживем печаль и горесть и разлуки. Переживем, переживем, и все как надо будет и у нас. Не будем, брат, плохое вспоминать, нам еще внуков надо поднимать. Как много нужно нам еще прожить, а будем жить, чего нам, брат, тужить? Мы посидим с тобою за столом, про вечера, про подмосковные споем, про Днепр широкий, Неман и Дунай. Давай, братишка, первым запивай. Переживем, переживем печаль и горесть и разлуки. Переживем, переживем, и все как надо будет и у нас. Переживем, переживем печаль и горесть и разлуки. Переживем, переживем, и все как надо будет и у нас. Давненько мы не виделись, мой брат, я всей душою встречи этой рад. Ну проходи, присядем за столом,
поговорим тихонечко своем, переживем, переживем печаль и горести разлуки, переживем, переживем, и все как надо будет и у нас. Переживем, переживем печаль и горести разлуки, переживем, переживем, и все как надо будет и у нас. И все как надо будет у нас. Разобраться в том, что хочет женщина, не под силу никому. Но реализоваться, да еще как композитор и исполнитель, подвластно только девушкам системы МЧС. В подтверждение моих слов разрешите пригласить на сцену автора и исполнителя, инспектора отдела систематизации и ведения баз данных Главного управления Национальный центр управления в кризисных ситуациях, капитана внутренней службы Юлию Потапенко. Это взыграет, бывает, и там вашей помощи не хватает. И вновь привычный сигнал тревоги, ведь право спасать дается немногим. В службе своей через многое вам не раз приходилось пройти, но дух закаляется именно там, где трудности не обойти. Кто, если не вы, пожарные России? Поправите беду, поборите стихи, с гордостью на службе в МЧС России. Пусть вечность наш флаг на ветру развивает, пусть птицы под куполом неба летают, пусть роза ветров летит сквозь поколения, как символ свободы, как символ спасения. И в самые бури, и в самые дали идете вы смело, штурмуете пламя, сражаетесь пылью, сражайтесь болью, спасая чужую жизнь своей кровью. Спасибо, спасибо за ваши свершения, за ваши победы, за ваши решения. Вы дарите людям надежду и веру, являясь народу лучшим примером. Кто, если не вы, пожарные России? Кто, если не вы, спасатели России? Поправите беду, поборите стихи, с гордостью на службу. Хотим сказать спасибо нашим ребятам, которые готовы прийти к вам на помощь в считанные минуты.
И они не просто готовы, а делают это ежедневно, в любое время дня и ночи, что бы ни происходило. Для вас поют солист оркестра Евгений Балашов, вокальная группа «Тальяночка» и группа «Огнеборцы» Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. Самые обычные парни, без плащей, без спецэффектов. Я горжусь, что хожу с вами по одной земле. Плавится в огне даже камни, бесятся спокойные реки, держится все на спасителе и спасателе. Снова звонок на путь в обычные будние дни. И почему герои именно они? Холодеет чуть-чуть ладонь, жаркую эту ночь. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и дочь. По плечу постучит ладонь, слава Богу, ты не один. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и сын. Опыт приходит с годами, но только к тем, кто выжил. Кого не обошла удача стороной. Парни, вы где-то с нами, я в огне вас бывает вижу. Тех, кому жизнь чужая дороже собственной. Нет своих, нет чужих, если пришла беда. И они вновь и вновь шагают в никуда. Холодеет чуть-чуть ладонь, жаркую эту ночь. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и дочь. По плечу постучит ладонь, слава Богу, ты не один. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и сын. Каждый день где-то рядом с тобою, в воду, огонь или тьму, на службу уходят герои, неизвестные никому. Чтобы не быть один на один с бедою, вот ответ на вопрос почему. На службу уходят герои, неизвестные никому. Тяжело дышать, еще один шаг, череп все время сползает. Господи, только бы не горняк, хорошо, что мама не знает. Я смогу, я пробьюсь, спасатели, это сила. Мама, я скоро вернусь, ну, давай тушила. Давай тушила. Холодеет чуть-чуть ладонь, жаркую эту ночь. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и дочь. По плечу постучит ладонь, слава Богу, ты не один. Но ты попробуй, шагни в огонь, если дома жена и сын. Гражданская безопасность – это прежде всего безопасность общества. Она позволяет нормально жить и трудиться, без оглядки на риск чрезвычайных ситуаций. Желаем в этот праздник безмятежности, тишины, спокойствия. Пускай над страной всегда будет мирное небо.
Пускай солнце будет ласковым, а жизнь радостной. Пускай работа будет вам в удовольствие. С днем гражданской обороны! Наш концерт подошел к концу, а завершить его мы бы хотели песней, которая стала неофициальным гимном МЧС. Простая забота наша такая, жила бы страна родная, и нету других забот. И снег, и ветер, синих звезд ночной полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет. Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет. И снег, и ветер, синих звезд ночной полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет. Дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, синих звезд ночной полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет. И снег, и ветер, синих звезд ночной полет, меня мое сердце в тревожную даль зовет. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.